Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас 5 ночей с пони, вам очень понравилось. Вы написали в комментариях, чтобы мы еще позаписывали эту рубрику. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Прям по таймингу сказал приветствие, хоп, и началось. Отлично. Надеюсь, ребята, у вас будет хорошее настроение, мы вам его передадим. И вы поставите лайк и подпишитесь на классный канал Димас ТВ. Вот пропиарил. От бога. О, и если вы хотите с нами записывать, заходите в наш дискорд, пообщаемся, поулыбаемся. Все. Начинается веселье. Серега очень жесткий у нас аниматроник. Да. Или нет? Жесткий. Очень жесткий. Я за тебя очень рад. Так, еще один человек может присоединиться, надеюсь, кто-то зайдет к нам. И запорит опять нам все подряд. Кирилл, чтобы двигаться, нажми букву R английскую. А, молодец. Красавчик. Помог. Помог, помог. Красава, Сережка. Опа! Опа, опа, опа. Я уже понял, что Серега нас хочет наказать с самого начала. Так, отлично. Так, короче, два я слева, а ты справа. Все, начинаем так играть. Сейчас будет мясо. Ты хочешь сразу всеми напасть одновременно? Да. А, у тебя не получится, я... Опа! Бежит коняка. Бежит, 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 слышу. Бум! Вмятину оставила. У-ху-ху-ху-ху! Сразу двоим и напал. Отлично. Не получилось, Сережка. Не смог. Ничего страшного. Это была первая попытка нас убить. Опа, стоит уже красовешно. Не получилось. Злится, злится. Феникс пишет, что ему страшно. Мы ж мужики, нам не должно быть страшно. Так, 2 часа ночи, 60%. В принципе, у нас все идет по графику. Мне даже это нравится. Ба! Что это было? А, это на сцене кто-то упал головой. Серега, вырубай, пишет. Нет, не вырубай, мочи нас. Так, она сейчас до окна подойдет. Ты ж смотри, закрой калитку, когда подойдет. Когда будет прямо уже здесь стоять. Бабкину калитку. Бабкина калитка, да. Стоят. Стоят и смотрят на нас. И будут смотреть и дальше. Не, я очень сосредоточился, чтобы не слиться. А вы сольете? Нет. Да. Нет. Да. Я не сделаю так. А я сделаю так, чтобы слились. Ребята, ставьте лайкосики, мы затащим, это точно. Смотрит, смотрит. Опа, ушла. Куда? А ты можешь отступать, да? Не обязательно нападать? Да. Понял. Ну, в основном я люблю вас запугивать. Чё так громко ржать-то? Так, стоит, стоит возле окна, но не нападает. Так, 3 часа, 60%, ребята, все у нас должно получиться. Все по графику. Но если прибежит эта коняка еще пару раз, мы точно сольемся. Опа, есть, есть, есть. Стоят и смотрят на нас. Такая грустная. Сейчас, 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 что-то Серега задумал. Так, до сих пор стоят. Мой план в действии, Димас. Нет, я тебе не дам. Наш, чтобы кто-то из нас успел, наверное, выйти на улицу, да? А, я знаю, что ты хочешь сделать. Я догадываюсь. Ты хочешь, чтобы с двух сторон напасть из телевизора выскочить? Не, не надо. Не, телека надо. Пока что не могу. Ночь вторая. Так, Кирюха, будь внимательный. Чувствую, сейчас что-то будет. Вот прям уже накануне смерти. Оп! Не успел. Бум. Закрывай двери! Ты что ж наш под монастырь решил подвести нас? Ты чего? Так, отлично. Мы это сделали. Фух, ты ж слушай, он уже стучит по окну. Да, если б не я, мы бы уже слились, Серега. Хороший план, но не сработало у тебя. Ничего, зато в другой раз сработает. Не-не-не-не-не, уже 4 часа, 39%. Сорян, пишет. Ну, сорян, не сорян, но надо быть внимательной. Сорян, в карман не попал. Да-да-да, проигрыш такое себе удовольствие. Так, 37%. Давайте уже на 5 часов. Опять, смотрите, нападает.
этими косоглазыми поняшками. Серега, ты мастер по хоррорам. Да-да. О, кстати, может, хоррор запишем в следующий раз? Там есть карта офигенная. А что? Идея. Да, так что, ребята, ставьте плюсик, и мы будем знать, что вы хотите следующую серию хоррор. Там прям кишки будут, там такое. Ну, не обязательно кишки, но что-то будет страшное. Так. 5 часов. 30% энергии. Ну, это очень много. Ну, мы даже можем просто закрыть две двери и затащить. У, мажоры. Ах ты жопа. Это ты Кирюхе плюнул. Опа, ближе, 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 ближе. Сереге ничего не получилось в этот раз, но я думаю, третья ночь будет очень жесткая, и он точно нас сольет. Или нет? Да. Чувствую, где-то подвох. Серега что-то готовит нам. Так, внимательно, внимательно смотри на окно. Да, с левой стороны намного сложнее. Намного. Так, закрыл. Убрал. А, я понял, Серега, что ты сразу будешь нападать. И не открывал калитку. Есть. Мы это сделали, ребята. Все у нас получилось. Серега, ну что, давай еще одну попытку. А, ну давай. Третья ночь будет сложнее. Надеюсь, да, у нас получится. Давайте не будем много болтать, а будем сразу начинать. Отлично. О, теперь мне все аниматроники доступны. Да? Ага. Понял. Да-да-да, how are you? Да. Так, Кирюха, будем внимательны с тобой. Так, я так сольюсь. Болтай, болтай. Нам инструкции твои не пригодятся, мы и так затащим. Ой, фух. Чё за звуки? Ты можешь какие-то звуки такие прикольные, да, издавать? А, это я когда на камеру переключаюсь, понял. Как шипение. Уже двое сразу, 12 часов, так резко? А ты на правую сторону посмотри. О, ой. Я чуть не слился. Ай, красивые какие поняшки. Смотрят, смотрят. Ты хочешь, короче, с экрана, да, вылезти, я так понимаю? Угу. Ближе. Подходят. У тебя прям все теперь можешь управлять? Да, абсолютно все. Так, если экран, то бежим из комнаты. Куда бежать-то? Они тут с двух сторон. Так, а ну я быстро почекаю камеры. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Фух. Уже напала? О, марионетка. Зуботая такая, это жесть. Сейчас укусит. Не-не-не, а ты видишь, да, как я подхожу? Да. Не укусит. Вот, подошел. Отошел. Вещи либан. Да-да-да. Ну, чё-то как-то слабо, Серега, для третьей ночи. Очень слабо. Слабо, конечно. Очень слабо. Мне кажется, это очень легко сейчас будет нам. Угу. Легче, чем та ночь. Смотри, не нападает. Угу. Опа! Ну что ж ты не закрываешь? Бежит. Закрываем. Бум. Отлично. Ой. Ах ты хитрый лис. Не получилось. Отлично. Так, стоит безногая. Еще одна. Да не, это очень слабо. А, слабо, значит. Очень слабо, Серега. Мне кажется, ты даже не можешь мощно нападать. А, ну тогда давай. 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 Ну? Ну, жди. Где экран? Чего ты с экрана не вылазишь? Блин, еле увидел. Еще б секунда и слился бы. А я на улице стою. Вижу ее. Не получилось, Серега. Попытка хорошая. Там очень много времени дается, чтобы выйти, поэтому ничего удивительного здесь нет. Сильно спокойная ночь. Можно вообще лечь спать, можно даже. А ты ложись, спи. Смотри, сзади стоит. Опс! Зря я вышел. Зря.
Укусили? Укусили. За жопу? За жопу. Было больно? Было больно. Ого. Ночной режим все исправит. Их реально вообще не видно. Да, без ночного режима вообще нереально. Опа. Кто-то упал. С ноги вертуху прописал. Темно, как это. Ой. В одном месте. Начал на В летать. Читерить потихоньку. Фу, читер. Читер, читер. Читер. Ого. Так резко не нападай. Закрывай. Не получилось. Ну и что ты? Вот так вот раз. Бежит, бежит, бежит. Бум. Так, я вижу, возле окна залипло. Не берет нас такое. Нас таким не проймешь. Хорошо, я вас понял. Сильно просто. Предсказуемо. Заскриптованный ты, Серега, какой-то. А, заскриптованный. Конечно, да. Ну все, Димас, ты напрашиваешься. Да, ты уже только говоришь, говоришь, ничего сделать нам не можешь. Сейчас я быкану на вас. Давай, все. Давай. Сейчас, жди. Так, вот сейчас смотри. Так, Кирюха, внимательно смотрим. Я знаю, что он хочет сделать, у него не получится. Все получится. Нет. Да. Нет. Да. Я слушаю. Сейчас будет. Так, а вообще долго стоит и стоит, и не хочет нападать на нас. 4 часа. В принципе, ребята, мы уже, наверное, пройдем эту ночь на изишно. Вижу, что Серега не справляется. Да-да, не справляюсь, я старичок уже. Виктор Кошак вообще жестко нас мочил в тот раз. Так, двое с этой стороны, двое с этой. Чувствую подвох. Ага, блин! Убил? Убил, что ли? Всех убил. Блин. Ихи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.